Ouais, bu, drasse rake au jeu, je rake. А вы нахуй, Валера, расскажи, куда мы собрались вообще? В Эстонии? Ай, дай нас так вам. На Трезубец. Идет из Охидан, да. На Трезубец. Сейчас, это для пионеров первый поход. Для пионеров первый поход, да. То есть пионером ты нас считаешь, Вера? Ты уже там был. Ну, я, вы еще октябряк, а вот пионером, чтобы сказать, надо на Трезубец подняться хотя бы. Потом, после этого, можно уже на фиш. Так машина дочь, что ли? Тут подорачу. Уже все, видите, забаррикадировано, все занято. Валерий! Сари соку завтра, бью ухо. Все. Правильно? Он там еще час будет думать, рага? Да, да. Нас своих дел. Мы тоже, мы вагу уже, короче, удокой, короче, разгрубим, чара, хамитаур, хами уже трасса как-то. А тут же мы с коду шутка сейчас на воду. Нет. Нет? Тут все нормально. Нормально. Все, я понял. Чужие такое не могу дать. Нет, вот сейчас через 500 метров закончим. Закончим мы. Припаркуемся. Нет, дорога она идет еще где-то с километра полторы. И там в конце рудники Ставропольский край взял в аренду. И они разрабатывают там. Рудники. А этот, короче, тропа будет там вообще? Да, ну тропа, может, сейчас заросла, но тропа есть. Мы по тропе пойдем. Главное, чтобы тропа была. Хорошая дорога, я тебе скажу. Ну да, они сделали для себя, чтобы беспрепятственно улучшают. Да я помню, я был тут, братан. Я имею в виду. Я до конца, мы же до конца рапа поднялись, и там развернулись, там до рудников, да, короче. Наша туда. Стоянка занята. А где мы что кяум? Дядя был вам дорогу живым где? Тоже дорогой кипят. А я. Кяуму, а что ты лежать ему? Сэм. Ты хрен на рабы. О, ети направляется. Лево возьми его. Лево, 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 лево. Нет, лево. Прям вот туда. Лево возьми, Валера. Смело. Лево. Еще левее возьми. Давай, Сентина. Еще левее возьми, ё-моё. О, опасная машина, да, не? Валерий, мы сам рабочий дорогой. Да, ладно. Асус ты ведь хочешь делать, Валерий? Что, Ипор, Фитов? Смотри, как Стас замудрит. Да. А, ну, горный. Может, такой шамарик, да? Ну, не горный, но жанцапа, короче говоря. Мы шум за 30 зима, короче говоря. Вызов. Сразу же куда-то. Ай, хорошо, папа, дел. Ай. Хизуха с были там же. Агуаха за гадхан. Зазевушку тебя потом поехал там. Именно на раскладной, именно такой. Ай-яй. Стационарный. Потому что Эджимах сажил. Погонку обязательно. Что, Валера, у хазер? А я все тут пса. Ты да, мрад за такой не зарахом джо. Хамид ара. Мр по высоте. Он на втором месте от самого высокого. Ага. Да. Самая высокая часть, вот за вторым, туда дальше, мы его отсюда не видим. Он выше. Угу. А он где чё сам? То есть он айсбар, да. Вот камера, мол, я отхожусь на хотел. Все. Был и подарок. То есть подарок? Специально у диалога, птирапсахау, проводок почистить, где-то с города, да, нам это кнопочное изделие. Ну, ходя шажеров стационарно, это для культурной работы за жара. Вообще вообще. Аштиза? Тогда за год заходи, Аштиза. Вообще города. Да.
Валерия Гатлавати, Валяхай Гурихунчи. Нифига себе. Вообще выживающий от души. Будто он жарон. А, мозжи. Здравствуй, он жарон. Вот сюда? А, я пошел. Чего не заработано? О, нифига себе, братан. И назад сделай. Назад даже. Офигеть, братка. Мы вообще выживаешь. Ая, не является, ая. Мы же более-менее наточены щит. Ну, кое нам надеюсь. О, нифига себе. Ая, кое на кое. Тарана там кусок. Ну, даже не без задания уже, а вы? Ну, подпишись, что это такое. А зачем подпишись? Вообще вообще от души. Гараси, брат. Аккуратненько дыхать, закуваю. Проводочек где-то прокрутился, винтик сошел, и пхана мисхина. Цапа, цапа. Вообще у меня драки дараш там сердзу. Конечно. А у вас у меня? Это городского варианта. Это все, все у меня. Да, вот, да, я вот. Гипно хуза, чтобы нам воду. Да, да. Городской дыхать, сколько это? Вообще вообще от души. Мы Чечня расхуликали, напарник. Все, я понял, братан. В обсороже от души. А, да, в прошлый раз сижу у уезжать из отсюда. В обсороже. Да, да, от души царит себя. В обсороже. Давай, Валера, да, зима уже подойдет. Угу. Именно сталь, да, хорошая сталь. Что... Ну, видно, мы чувствуется, короче, когда брать мы, короче, беду зажжал. Ну, сколько в обсороже от души. Валерия, мой бам, перед чёрт рапшаюш. Всё, ладно. Всё, мы сами из дома хазы. Короче говоря, поедем сейчас. Поедем, то есть помчимся. Одеваемся. Короче говоря, такие вот красоты у нас в Адыгее. Всё. Вот здесь дорожка такая. Красота. Вот тут тропинка есть, как раз не заблудишься. Это Трезубцы. Без 15 и 11. Без 15 и 11? Вообще очень быстро мы приехали, я тебе скажу. Без 15 и 11. Короче, я записал, если что. Короче говоря, полпути прошли. Еще столько же надо пройти. Опа, красота. Машина там замшавор. А ты зубы сам ты стил вам где? Машина черт плачет. Я уже знаю. Вон она, красавица. Ребята, туда ушли. А вон там горнодобывающий комбинат какой-то. Это вторая гора вот здесь. А вон ребята ушли. Сейчас мы их догоним. Короче, мы сюда как пошахуан, как хыжиху. А ты как? Ты пошикар. Уалейкум салям. Салям. Айдамир. Ходь. Вот зулята. Хотим. Сам хорошо.